Здравия, воины! Мы на пляже в Черногории, город Бар. Замечательный пляжик, очаровательное место силы. Почему я считаю, что это место силы? Вроде бы обычный пляж. Там вроде обычные кораблики, все круто. Это набережная. Там пирс. И гуляю по пляжу, чувствую, прет энергия. Пытаюсь понять, откуда. Камешки интересные. Камешки очень интересные. Вот такие, вот таких много. Пористые. Видим, да? Вот это море сделать не может точно. Это части чего-то живого. По энергетике чувствую, это вот эти камешки необычные. Вот это вот море сделать не может. Вот четко видно. Это части легкого. Это когда-то было легким, потом окаменело. Кому видно, это просто вот альвеолы, трахеи всякие. И просто легкое. Вот я насобирал. Море так сделать не может. Природный компонент так сделать не может. У меня таких камней немерено уже дома. Вот он. Такое. Это кремень. При соударении одного камня об другой пахнет сжженной шерстью. Просто такой паленой шерстью какой-то. Вот это было каким-то, не кровь, а вот что-то вроде почек или печени. Внутренний орган. Вот это зелененькое. Есть еще костная ткань. К чему я это говорю? Во-первых, когда меняется температура, утром и вечером пьезоэффект начинает работать полностью. Это кристаллы. Теперь уже это кристаллы. И как любые кристаллы кварца, например, при пьезоэффекте, при сдавливании температурном, в результате смены температуры, либо механическое сдавливание, выделяется энергия. Это известный факт. Любые кристаллы кварца при приложении электричества, они меняют свой размер. И при изменении размера, в результате температурных изменений, либо в результате механического давления, они выделяют энергию, аргон. Все генераторы аргона из кристаллов основаны на этом эффекте. Помещенное в поле, само тело кристалла выделяет энергию. Так вот, здесь полно таких кристаллов. И кристаллы кварца, я видел мрамор, гранит. И вот такие вот... Вот такие... Такие и такие кристаллы. Это вот не море сделало. Такие дырочки. Вот это кусочки легкого. То есть когда-то это было живым, потом это окаменело, но в момент кристаллизации, в момент окаменения эти кристаллы, они каким-то образом запоминают, что ли, энергию, которая была в тот момент. И когда происходит температурное изменение на закате, либо на восходе, вот это все начинает излучать энергию, причем в больших количествах. Вот почему это место силы, это классное место силы. По ощущениям, это энергетика определенная. И как работать с этой энергетикой, я сейчас покажу, когда мы пойдем на этот мысочек. Добра, соратники!